Всем привет, я Кейо. И сегодня я покажу вам настоящий класс битвы. Так, мистер Гарх хочет мне что-то сказать. Найди редкое растение в лесу и отдай его мистеру Гару. Принимаем задание. Нам нужно редкое растение как можно скорее, Кейо, но будь аккуратнее. Оно очень нежное. Не растопчи его и не дай никому его ударить. Я буду очень осторожен, обещаю. Ха! Отлично. Настроение просто супер. Можно начинать охоту за растением. Так, битва будет проходить в лесу. Так, появился первый Джестра. Проводим бросок. И удар. Добивание. Готово. Ну, Джестра, кстати, самый такой интересный монстр, в плане, что очень легкий. Вот, очень легкий, его прям приятно бить. Даже когда их несколько, просто жмешь удар и все. Так, и Джестра повержен. С каждой новой локацией монстров становится все больше, и они становятся все сложнее. Пушка, так, еще одна пушка, успели, еле успели, и еще одна, отлично. Так, теперь здесь, да? Опа. Ну, шарика тоже быстро можно уничтожить, если правильно его бить. Вот теперь, собственно, сам настоящий бой. Самая опасная зона. Кстати, для того, чтобы пройти эту зону, очень важно не подходить близко к цветку. Опа, и добивание. На, получай. Фух, вот это да. Сложный уровень. А теперь нужно отнести растение мистеру Гару. Отлично. Фух. С первого раза не получилось пройти этот уровень. Тренировался постоянно. Кейо, и молодец. Уровень был пройден. Я нашел ваше редкое растение. Отлично, отлично, Кейо. Теперь мы на шаг ближе к противоядию. Ха. Кстати, очень интересно то, что здесь есть комиксы в этой игре. То есть можно вот так вот нажать паузочку. Вот, и посмотреть, что у нас есть. Это, собственно, наша вся карта. Наша игровая зона. Шумный город есть. Вот я пока в городе играл и в лесу. А вот эти вот локации я пока еще не открыл. Вот, но, надеюсь, скоро уже открою. Также есть Кейо. Смотрите, у него есть различные удары. Различные удары, различные способности. Вот, сотрясение, смотрите, швырок, пинок и удар. Ну, тут, скорее всего, даже не пинок, это, скорее всего, подкат. Так, предметы. Смотрите, растение вот такое вот. Для героического противоядия. Ну и, собственно, настройки. Да, кстати, комиксы я хотел вам показать. Ага. Предметы, настройки, комиксы. То есть можно открыть любой комикс, который вы уже прошли. Вот мне нравится вот этот вот. Про Энди, смотрите. Давайте Кэрол. Гар. Давайте про Энди посмотрим.
Так вот, идет Кио такой, вот, усталый такой. Это бесконечный лес, мол, мне никогда не найти Энди. Вот это да! Что-то нашел. Какой крутой камень, представляете? Нашел камень. Глаза такие, Уклонение. Отлично, уклонились с первого раза. Просит обнять ее, если когда-нибудь она станет злой. И тогда я сразу подобрею. Отлично, заметано. Иди-ка сюда, Энди. Вот так вот. Но, кстати, из комиксов еще отличный такой вот про вот этого Радикалса. Давайте посмотрим. Так вот, если здесь поблизости злодеи. Радикалс? Радикалс, он же пришелец. Укусил. Фу, Рэс. Так, а ну-ка. Оба. Так, примеряемся и примеряемся. А теперь, когда прицел есть... Хрясь его! Круто, да? Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть еще за задание. Так, задание следующее. Найди в лесу антигравитационный камень для секретного изобретения Гара. Вот такой вот в виде пирамидки нужен камень нам, да? Вот мама Кио. Так, идем в лес. На поиски камня. Хо-хо-хо. Так, первый у нас бандит. Ну все, с первым сразу разделались. Вообще легко. Но что-то подсказывает мне, что будет очень-очень сложно. В ближайшее время причем. Так, скрываем. Вот, отлично, золотая монетка. Так, а куда же нам идти нужно? Давайте посмотрим по карте. Ага, туда я еще не ходил. Вниз и направо. Ну что ж, попробуем. Давайте еще уничтожим одну пушку. Наверное, ай-яй-яй, не успел уклониться. Нужно было чуть-чуть быстрее жать на кнопочку. Там даже не уклониться, там даже нужно было разрушить ее. Ого, ничего себе, как много сразу налетело. Ай, далеко были. Не успел, да что ж такое? Что за невезуха? Так, может где-нибудь будет что-то интересное. Ударился бомбой. Рунь. Вот и все. О, отлично. Сердечко. Так. О нет, только не это. Это же супер уровень. А еще желтые. Ничего себе, так желтые тут вообще крутые. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Но у меня есть восстановление. Что, не ожидали? На, получай! Подходи давай, есть контакт. Отлично. Берем пирамидку обязательно. И вот, кстати, здесь есть еще дополнительный уровень. Предлагаю его выполнить. За него мы можем получить осколочек. Но что-то подсказывает мне, что здесь будет очень-очень жарко. Да, действительно, так и есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. На. Это вам не кто-нибудь, это настоящий герой Lakewood Plaza Turbo. Так, пушки, пушки. Нужно с ними что-то делать. Срочно. Причем. Я бы даже сказал убегать. Мы не сможем выполнить, к сожалению, этот уровень, пройти. Хотя можно было выпить бутылочку. Ай-яй-яй-яй, что-то я не додумался сразу, но теперь уже поздно. Нужно было пару бутылочек всего лишь выпить. Эх, голова, голова. Возвращаемся в Lakewood Plaza. Почти выполнил дополнительное задание. Как-то много там сильно было вот этих вот супер-пушек, которые сразу по 3 патрона выстреливают, по 3 заряда. И вот эти вот зелененькие, тощие, длиннорукие. О, нет. Что, нам по-любому придется выпить бутылочку, да? Хотя не, вроде можно пройти, да. Выход свободен. Не, не хочет проходить. То есть нужно всех все-таки перебить. Надо их по одному всех перебить для начала. Тогда будет проще. Так, в принципе, монеток у меня уже много, да? Но мне нужно монетку будет потратить на сферу восстановления. А это сразу 100 монет. Вот так вот. Все, супер пушки уничтожены. Можно возвращаться домой. Фух, вот молодец, Кио, молодец. Все-таки справился с такой серьезной задачей. Так, и что же у нас будет за награда? Так, подходим, подходим. Мистер Гар. Антигравитационный камень. Отлично. Задание выполнено. Ну что ж, ребят, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!